We're the only hope for saving our entire race. But there is no hope, Isaac. It is do or die. We're stuck without your help. Итак, мы продолжаем. Так, значит, как вы помните, у нас тут произошел маленький инцидент. У меня завис прицел, поэтому пришлось перезагружать игру. Точнее, перезагружать комп. Ну и впоследствии чего все стало нормально. Не ну, проблемы. Да. Ну и теперь мы дошли до этого места, где мы закончили, и продолжаем. Ты глядишь, сейчас снова зависнет, будешь так же с прицелом тут бегать. А ты не каркай. А ты хватит целиться во все, что движется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это печалька. Вот это меня глючит. Ты тоже те звуки слышишь? Да. Окей, значит, это уже не глюки. Стоп, это что? Пилорез. А, я знаю, что это такое. А, это там. Я знаю, что это. Готовься. Это тут что, к стенке прилипнутый? Да нет. Это его звуки, да. Вот он. А. Это не он. Но похож. Это те, погоди-ка. Что... Это те, что воздух портят. Помнишь? А, вон еще, вон он еще один, вон там, от него внизу, вон там. Нам нужно воздух опустить. Чем мост опустить? Давай, спускайся. О, зашибись! Ладно, давай я. А, раз ты так. Ууу, все, я в опасной зоне. О, ну началось. Да ну, как не вовремя FPS падает. Ох ты сурово был мертвый, а? Смотри-ка! Погоди-ка. А, вон он. Окей, поехали. Кто за? Ну, опять это мелочь. Так. Не забудь ресурсы все забрать. О, вольфрамчик. Блин, везет тебе. О, еще вольфрамчик. Ладно, я промолчу. Так, нам куда? Понял, наверх. Еще вольфрамчик. Давай поднимайся уже. Так, что у нас здесь? Так, ну здесь меня пока месяц еще не глючит. Опять лифт. Ненавижу лифты. Окей. Станок. О, блин. Так, короче, торсионный вал теперь ты делаешь. А из чего его делать и как? Ну, зайди, посмотри. Так, погоди, стоп, подойди. Ой-ой-ой, у меня опять глюки пошли. Да у тебя вечно глюки. Не, меня зовут в эту дверь. Печалька. Скажи, что ты видишь здесь? Я сейчас скажу. Тебя долго ждать? Где? Холодильник. Вот тут? Да, холодильник. Ладно, я промолчу.
Так. Где его создавать, показывай. Так, создать пирамиды. Ну, зайди. А, вот вижу. Вольфрамовый торсионный вал. Ладно. Готово. Давай глянем, что у нас тут. Люблю призы. Спасибо, спасибо, огнемет. Чё, тоже нашел? Ага. Так, маленькую аптечку я выкину. Что тут еще есть? Всего понемножку, и то хорошо. Так, что это у нас тут? О, огнемет тоже могу делать. Не, он там есть, так. У меня он есть, так что мне его переделывать как-то уже не хочется. Ладно, давай, пошли в эту дверь. Да, иду. Сейчас узнаем, что меня за кошмар преследует. Готов? Кошмар на улице Вязых. Угу. То, что на сей раз? Праздничный торт. Где? Вот. Что тут? Чудак, тут огромный ящик. Тут огромный железный ящик. О, я вижу тут торт. Так, погоди-ка, нужно подожди, пока никуда ничего не активирую. Нужно найти укромный уголок, где можно вести нормальную стрельбу. Да, тут пока все тихо. Так, так, тебе нужно два человека, чтобы активировать, или как? Кого? Лифт. А его еще активировать надо, я это не заметил. Ну, началось. What are you looking for, John? Forgiveness? Because you couldn't be there for us? Because we died? That wasn't the end, was it? А ну ёбва! Тихо! Нет, ты что, издеваешься? Там что, все на тебя кому? Он что, бессмертный, что ли? Я, блин, не знал, чтобы он его дротиком засадил.
Во. Все, затихло. И у нас приз. Погоди, сейчас я возьму твой приз. Дыру? Что? Ништяк! Да, печально. Да буду страшно. Ты знаешь, что, пожалуйста, только что показало, что я прочитал? Что? Настанины Валеры. Ну, бывает. Так, ну все, получается, нам теперь нужно обратно идти. Давай, сюда иди. Стоп, погоди, что-то у меня еще есть. Это обойма. Я прям себе взять не могу. Инвентарь заполнен. Окей, иду. Сзади. Я, брат, подожди, сейчас идем на сохранку, сейчас только какую-то меню. Так, сейчас все сюда положим. Окей. Надо разгрузиться. Да, тут еще цепь модернизации есть. Окей, взял. Так, и ложим сюда. Так, улучшаем. Нет, не сюда, не сюда, вот так. О, вообще супер. Модернизацию улучшу. О, в самый раз. Все. Окей, я уже тоже иду. Ладно, сюда отпущу его. Как-то обратно возвращаться не очень хочется. Так, нам туда? Сюда. Хорошо. Да, куда? А, туда. Давай, я жду тебя возле двери. Иду, брат. Бери прицел, а то сейчас опять заглючит. Они заглючат, то бывает иногда. Так, что ты здесь видишь? Книги. А, фу, значит, это уже не глюки. Ладно. Ура, мы выжили.
Ой! Что? А! Нет, тварь, ты меня не съешь. Все на що ви здатні. Єсть. Чо, єсть? Вот он, епіцентр ярості. Ура, ставим. Так, зайдем в станок. Сейчас, брат, подожди. О. От лайно. Что случилось? Теперь у меня завис. Кто? У тебя же тоже прицел завис? Да. За... Ладно. Да, и карта тоже открыть не могу. Ладно, теперь пришла моя очередь все открывать. Куда нам идти? Сюда. Окей, на лестницу. Беда. Так, ты слышишь детский смех? Да. Ладно, значит, у меня все хорошо. Беда, бать. Что? Ну я же на лестницу не могу забраться. Ты что, серьезно? Беда. Итак, мы опять перезагрузили свои компы на всякий случай. Проблема исчезла, и давай, поднимайся. Поднимаюсь, наконец свою проблему хоть решил. Да. Продолжаем. Ох, я уже столбался. Похоже, это единственная миссия, на которой так глючит. Дай бог, что это будет последнее. О, нет. Чё опять? Немного плющит. А ну-ка погодь. Открыто, не открыто. Доступно, недоступно. Нам туда пока не надо. Везде все закрыто. Че, серьезно? Это назначение для... Да, там все заблокировано. Тогда все? Да. Давай на улицу. Так, сохранение инвентаря. Но это не значит, что сохранена миссия. Да. Так, какое у нас теперь задание? Основное? А, да, теперь идет основное. Ну что, ждем автосейв.
жизни. Да не парься. Похоже, это самые первые микроморфы, которые только появились. Все возможно. А, да, кстати, забыли сказать. Мы прокачали полностью всю свою броню. Опа. Слово о броне. Ты это видел? Да, видел. Очень красиво. Закрыто. А ну-ка, тот лифт. Закрыто. Ага, понятно. Где уже этот хрёстый автосейв? Ох, нет, ой, эй, брат. А-а-а, я помню их. Те самые боегузы. Ага. Эй, брат, подожди. Чего? Да. Ё-моё. Я тебя не вижу, брат. Я тебе сказал, не иди туда. Нет, ты, блин, стоит, смотрит. Иди сюда, там пещера. Где? Туда. Судя по звуку, здесь находятся ресурсы. Так мы тут уже были. Тем более у меня ботов нет. Иди за мной. Зачем? Вот он, эпицентр ярости. У меня ботов нет. Ну да, хоть это я поставлю. Ну ставь. Я подожду. Ага, а тут нельзя. Брат. Что? Ты там уже разбираешься? Нет, тебя жду. Ты еще долго марафетиться собрался? Я иду, брат. Да, ты с ними не церемонился. Да, поэтому я тебе сказал, не ломись. Да, они легкие. Просто главное, чтобы не подобрались близко, а то я как буцнут, то будет печально. Такой метели я вообще нифига не вижу. Капец, ты 4 глаза, ты ничего не видишь. Слушай, у кого сейчас 4 глаза, у тебя или у меня? Ну, да. Так, я какой-то артефакт нашел. Непонятный. Ну да ладно. Заходим. Эй, потерянный. It means despite our every precaution, containment has become a necessity. It is now up to us to make the ultimate sacrifice for the safety of the sovereign colonies that we have sworn to protect. One film. We cannot expect 100% compliance. Therefore, the military arm of this final quarantine campaign will divide into 3 tiers of soldiers on sweeping cleanse duty. The first crew disables all vehicles. The next takes census of the personnel who have obeyed the order and provides assistance to those who have not. The last destroys all data and records and communication structures on Tau Volantis and in orbit. At the end of these tasks, each group will consider their mission objectives complete and proceed to self-terminate. God bless the sovereign colonies, and may he have mercy on us all. If you are watching this film,
It means despite our every precaution, containment has become a necessity. It is now up to us to make the ultimate sacrifice for the safety of the sovereign. Эй, брат! Да, чего? Текстовое сообщение. Да, я вижу. Окей. Okay. The first crew disables all vehicles. The next takes census of the personnel who have obeyed the order and provides assistance to those who have not. The last destroys all data, records and communication structures on Tau Volantis and in orbit. Так, нам куда? At the сюда? End of these tasks, okay. Each crew will consider their mission objectives complete and proceed. Давай. Наконец-то. Вспомогательная площадка. Да, вспомогательная площадка. На все. На этом мы заканчиваем. Да, все. Это дополнительная миссия, все силы наши вымотала. Продолжим уже в следующий раз, не знаем когда, но думаем, это будет скоро. А на сегодня все. Всем пока-пока.